Мы снова в гаражах. На часах плохой. 18:41. В общем-то. Первый день мега-челленджа, я считаю, окончен. Роман. Если сделайте маленький отчет, что вам понравилось, что не понравилось. Нет, все понравилось. Все понравилось. У нас еще дождик застал. Дважды. Да. А в остальном все зашибись. Ну да, там небольшой, конечно, конфуз с эконом-ралли. Ну, я думаю, это так, по неопытности. Пишем. Это небольшой неопыт. Еще раз получится. Я думаю, да. Да. Ну, твоя Ямаха выиграла конкурс наката в нашей небольшой колонне. Потому что она тяжелее. Скажи людям, сколько она весит? 104 килограмма. 104 килограмма, да. Шумин на 65 килограмм. Да, это, конечно, не чета моей Риги 4. В общем-то, расход неизвестен, да? Расход, черт его знает, литра 3 на 3 на сотню. А, кстати, включи одометр, покажи, сколько мы проехали. Так, сейчас он включается, загрузка, basic там. Клацни на общий. Я утром общий фотографировал у тебя. 12573. А сколько утром было? 48, по-моему, да. 400 чего-то там. Да, ну глянем потом, скажем в итоге. Ну да. Вот. А от себя добавлю, что мне не понравилось, сейчас видите, на моем часах эти одометры 0 часов 40 минут. И 18:48. У меня он уже второй раз сбросился, этот одометр, в Приднепровске. Скорее всего, тут что-то шевелится, и контакт батарейки отходит. В общем-то, происходит сброс. Тогда было 69 километров, в Приднепровске 22. И вот в Приднепровске до сюда 18, грубо говоря, 40. Ну, 100, 111, 112 километров мы сегодня наколесили. Неплохо. Да, я считаю, неплохо. Надо почаще. Завтра дальнобой. Ты готовишься к нему? Что, морально. Готов? Да. Хоть сейчас. Хоть сейчас. Не, сейчас дождливо. Кстати, смотрите, он туча идет. Страшно. Сейчас накроет. Ладно, наверное, это будем завязывать. А остальное что-то сделаем письменно, подобьем все цифры. Ну и завтра дальнобой. Примерно до 200 километров должно получиться, как там выйдет на самом деле, будет уже в отчете. Ну, да. Привет всем в Саратове и Венгерсе, дедушке Вагнеру. Все, ребят, всем удачи добраться до финиша. Пока.